Мы со Славиком решили поснимать свадьбу. Да, вот, наконец-таки решили. Приготовились. Поехать. Все четко. Выезд скоро, уже скоро. Удачных выходных. На DFM. DFM. Есть. 83 FM. Реклама. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Какая у нас скорость? Едем, едем на дискотеку со своей фанатекой. Едем, едем с гаража угнав папину победу. Едем, едем в соседнее село. А вот тут Сережа спит. Там его машина стоит. Ха-ха-ха. Сережа еще спит. А пацанам соседский дорогий мне не до сна. Да тихо ты, орали за окном, скопировали на куски мне душ. Где же ты, где же ты? Она. Славик учит вязать голову. Да, да, когда сам не умею. Так, ну давай пока для видео сейчас снимем, а потом это уже кто-нибудь узнает, где завяжем. Балда какая. Так, подожди, ты его забрал. Мы еще не придумали, ты его туда. Посмотри, выходишь с комнаты, опять же, не закрывая нам. Вот подошел вот так вот с этого положения, взял его, вот так вот глянул на него. Вот так вот. И пошел туда. Как это? Ну, я вот... Оно не останавливается, но я вижу, что уже фокус... Да. Ну это для русских версия специально, чтоб голову не скрутили. Кто жадный, да, крутишь. Так, Алексей, сейчас я опять там с Тит разговариваю. Может чуть-чуть развернуться на меня торсом? Я через штору смотрю, короче, у меня это, машина моя, карли. Все убрано. Ложка, мы убрали все за собой, чтоб нас мне потом не ругали. Да и ты тоже не стоишь на месте. Да. Славик. Славик, это Димон, Стас, с Дюшами тёлками. А когда уже холодно делать? А он сидит там. Так, ну, в принципе, нам стрелки где-то. Так, давайте, давай уже в палате. Давай делать, сейчас я тебе. Сейчас Алексей накрутит. Вот так вот тут работает Алексей. Уже, блин, еще только утро, он уже пить собирается. Сейчас будет. Чулки не надо одевать сейчас? Сейчас нет. Я-то думал, будет хлоп. Да, ну ты что, техника безопасности. Толки вроде не натяжные, можно. Чё, так, да? Да. Вот. Сергей, смотрите, как он пьет на работе. Блин. А вы говорите, что у нас коллектив не пьющий. Катюш, я тебя на свадьбу. Короче, выгнали нас. Невеста в таком классном пеньюаре снимается. Сказали, мальчики, пойдем Лехиных бутеров поедим. О, точно. Подготовка полным ходом. В этой машине находятся очень вкусные бутерброды. Практически бутерброды твоей мечты. А у нас вкусные бутерброды.
Это наш жених. Я знаю. Я пока расслаблюсь. Я пока настроюсь. Все, вот теперь да. Вроде помогать, я не знаю. О, у них там весело, Леха. А у них там весело. Ты что там снимаешь? Не страшно, Саша так же. Там он пока, блин, мы сделали, он там себя весело так вот облил, блин. Что тут происходит? Что тут происходит? Вот, да, вот ты стоишь, ждешь своего котика. Не, вот так красиво очень туда держала. Вот так? Да, и сейчас еще. Стой так же, да. Вот какие у нас апартаменты красивые. Такое не каждый день доводится видеть. Такая невеста красивая, как не каждый день. Да и Славик тоже красивый, в белой майке. Я же на свадьбу ехал и куда. Ну да. Блин, а она нормально будет ходить, дышать? Да, мне так некрасиво. Черт, Славик, он идет. Славик! Блин, можно уже куда-то? Шухер! Кто идет? Кто идет? И мамы там все, и папы там все. А зачем? Боже, там мамы и папы. Сюда, Пипин. А вы не заходите, и вас не будут фотографировать. Давай, заходи, кто там? Вот это да! Все, подходи, плечи как оснись ее. Вот так вот, да, вот. Ой, у меня мурашки пошли. Пошли. Че там мама плачет? Пошли. Сейчас и она расплачется. Вы че плачете? Все? Ну здесь пока все. Сейчас стоим друг на дружку, а еще раз посмотрели. Один раз посмотрели, все. И я через сюда. Значит, прошла процедура табакокурения. Нет, я забыл, как это называется. Прошло. Как это? Пролетело все. Короче, остался только тот момент, который вот самый долгожданный. Это выездная церемония. И самое главное, это банкет. Банкет очень важно, когда все едят. Вот у нас тут танцуют. И поют. Да. Самое главное, что фотосессия. Фотосессии все позади, да. Все. Ждем роста. Да, вроде у него цветок, это было им поставить. Да? Саша терки трет с фотографом. Идут последние приготовления. Вячеслав затягивает покрепче. Пояс, болт, короче, все. Штативную площадку, чтобы случайно на церемонии росписи ничего не выскочило. Вот такие, да, пироги. Чтоб не обстативиться. Что она непрерывная. Так, теперь это наша дислокация на первые, на ближайшие часов 5-6. Слайк наряжается, я тоже сейчас буду. Да, сейчас Дед Морозом буду. Сейчас наряжусь, и сюда хоп, Дед Мороз. Thank you.
Саша, Саша. Я думал, ведущие не едят. У нас ведущий тырит мясо. Они жрут. Еда, ура! Вкусно, чертовски вкусно. А кто нам ипатовский лимонад откроет? Саша у нас бегает, постоянно тырит мясо. Вон опять держит мясо тырит. А кто нам лимонад откроет? Лимонад классом открывай. Давай. Не надо. А я нажал. Ребята, там фотоаппарат. Туда смотри. Ребята, фотоаппарат, смотрим туда. Так, смотрим туда. Так, 3, 4. Что здесь происходит? Я скоро встречу глазами. Славик, что делаешь? Что делаешь, Славик? Снимаю. Кого снимаешь? Че? Свадьбу. Кот застрял на дереве. Нет, свадьбу. Славик, ты такой. Так, друзья, максимально все проходим в зал. Все проходим за стол. Ребята, рассаживаемся поудобнее. Да, у вас тут невеста настоящая. Татьяна, скажите, что здесь происходит? А, да? О. Внимание! Уважаемые друзья, вот. Уважаемые гости! Слышу Сашин голос. У нас есть объявление для вас, для всех. Вот буквально минуту назад завершился аукцион, да? Мы продавали там по 10 рублей. Ух ты! Крутая, ну перелезни там, где она спиной. Ух ты! Вообще мощно! Какое-то у него странное лицо в этот фотоаппарат. Оно слабо, оно в очках, оно. Оно, ближе сделай слабо. Ребята, вы тоже возвращаетесь, это у вас тут выбирает. Пока ты бегал туда, да. Помнишь, мы что говорили? Не Катя будет, говорит, Катя будет. Объективы, мне дает пробы, блин.
пока Саша носит свои хабуры, уже люди поют песни. Уходим, уходим, уходим. Тань, пока. Вот и все. Чё показывает, сука? Старая мест крутится. Вот и закончилась наша история. Да. Типа все. Все, бля, приехали. Откуда? Два часа ночи. Уехали оттуда, приехали. Да.